стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с режиссером Салаватом Юзеевым. Мероприятие проходило в рамках ознакомления студентов с известными личностями культуры Татарстана. И поскольку кино – это самый такой нейтральный и близкий всем язык, и язык, который всех может сплотить, соответственно, поэтому в связи с этим пришла идея сегодня пригласить известного татарстанского кинорежиссера, который работает и на татарском, и на русском языках. Пришла идея пригласить Салавата Эльдаровича Юзеева. Салават Юзеев – современный татарский драматург и режиссер. Последние годы он посвятил разработке нового, уникального жанра – татарометражки. Это короткие, комичные истории, в которых отражены татарский юмор и ментальность. Если рассуждать, что мы хотим донести, это встает вопрос вообще искусства как таковое. Но я скажу так, чтобы люди испытали удовольствие, чтобы им не было скучно. Может быть, они посмеялись, вот, ушли от злободневных проблем. Татарометражки Салавата Юзеева прошлись по всей стране, от Ханты-Мансийска до Анапы, и вернулись в стены Казанского федерального университета. Теперь, в преддверии дня рождения Габдуллы Тукая, студенты ФМК не только стали ближе к татарской культуре, но и узнали о ее новых направлениях. Веста Хобер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.